Окружной фестиваль «Дружба народов. Все флаги в гости к нам», посвященный Дню народного единства, прошел в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде. В нем приняли участие ребята 30 образовательных организаций округа. Фестиваль проходит в три этапа. Первый состоялся в конце августа, сегодня заключительный третий. Первый этап – это учрежденческие. Они этот этап проводят между собой. Второй этап – они присылают готовые видеоролики и видео творческих номеров нам, идет отборочный тур и третий этап – гала-концерт. По итогам первых двух этапов в финал вышли 19 образовательных организаций из 30. Все они разделили между собой первые, вторые и третьи места. Ученики кадетского класса школы «Квантум» выступили одними из первых. Владислав Азбукин – ученик 7 класса школы «Квантум». Танцами занимается всего месяц и уже выступает на сцене. Ощущения очень волнительные были, потому что не знаешь, как пойдет выступление. Может быть, танцуем хорошо, а возможно, что-нибудь произойдет, что в планы не входило. В итоге получилось все, как прямо запланировали. Владислав учится в кадетском классе по направлению МЧС. Он и его одноклассники в школе проводят много времени – с утра до 5 часов вечера. Поэтому тренировки посещают часто – по 3 раза в день, 5 дней в неделю. Это первое выступление их на такой широкой публике. В основном класс МЧС направлений. Конечно, мы акцент делаем на строевую подготовку, на всякие соревнования. Ну и решила попробовать их в другом амплуа. В мероприятии участвовали не только школьники, но и творческие коллективы дошкольных учреждений. Все участники гала-концерта получили дипломы и заслуженные аплодисменты. Ольга Дмитриева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».